Кумертау отметили День призывника. На концерт, посвященный этому празднику, пришли призывники, их родители, друзья и будущие защитники Родины. Главная задача таких мероприятий – повысить престиж воинской службы в глазах современной молодежи и показать призывникам, что родной город их поддерживает. Сегодня городская администрация городского города Кумертау организует, опять же, мероприятие, посвященное Дню призывника. Это в торжественной обстановке мы провожаем наших ребят в ряды вооруженных сил. Это большая, огромная работа, также и в качестве военно-патриотического воспитания молодежи. Так на это мероприятие приглашаются и участники боевых действий, и участники воинов-интернационалисты, те, которые отслужили, соответственно, со своими напутствиями. Ну и также молодые ребята, которые предстоит в ближайшем будущем, могут посмотреть это мероприятие. С напутственными словами к призывникам обратилась заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. От имени главы администрации городского округа город Кумертау и от себя лично я хотела бы вам пожелать прежде всего стойкости, мужественности, здоровья, успешности во всех делах и начинаниях. Ну и, конечно, еще раз говорю, пройти вот достойно этот армейский путь. Под крышей Дома культуры «Рассвет» собрались молодые ребята, которые совсем скоро пополнят ряды российской армии. Именно для них в этот день звучали напутственные слова. Не остались в стороне и преподаватели общеобразовательных учреждений, отметив важность данного мероприятия. Мы готовим учеников, к службе, защитников готовим. Здесь мы проводим это городское мероприятие, и для того, чтобы они получили, как говорят, напутствие, определенные еще дополнительные какие-то знания, поддержку, если можно так сказать, и от жителей города, от своих друзей. Здесь в том числе и девочки пришли сюда, возможно, это каким-то образом воодушевляет их. Я думаю, мероприятие очень полезно. Ну и какой же праздник без артистов? В течение концертной программы выступали творческие коллективы города. Они радовали зрителей своим академическим вокалом и зажигательными танцевальными номерами. Праздник, как всегда, получился позитивным и ярким. Все присутствующие остались в хорошем расположении духа. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».